В Люберцах прошло совещание председателей и секретарей территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области. Его провел заместитель начальника главного управления надзорного ведомства Сергей Орлов. В Люберцах собрались председатели административных комиссий направления «Восток». Это 9 территориальных отделов из 19 муниципалитетов Подмосковья. В формате диалога участники встречи обсудили, как повысить эффективность работы комиссии и рассмотрели ряд проблемных вопросов. У нас сейчас проблематика по всему Подмосковью по сбору и вывозу отходов. И каждый муниципалитет знает эту проблему. И вы, присутствующие здесь, напрямую должны быть заинтересованы по применению данных статей. 6.14. Создание помех для вывоза мусора. Проблематика существует практически в каждом муниципалитете. Особенно новые застройки.